Всем привет, с вами ЛКН, Мафия, Денис Громов. Вот, я, как видите, я уже вступил в Мафию. Наконец-таки я вступил в Мафию, где я могу взять вертолет, наверное. Где я могу взять вот эти мотики. Блин, как же круто. С моих времен, когда я играл в 2011, был на 06 лидером. Это такой маленький анонс, я решил сделать без никого, просто один поснимать и рассказать вам что-то как. Вот, отпишитесь по поводу, что вы хотите видеть, вот, очень бы интересно было услышать ваше мнение. Ну, знаю, что мало сейчас кто отпишется по этому поводу, потому что я стал мало снимать на ребят, потому что у меня не было времени. Тоже вот, это тоже хотел сказать, вот как раз таки и сказал вам. Продаю особняк, не хочешь купить? Ай, блин. Вот этот. Цена. Вот, ребят, так что... И ставьте лайк, конечно же, будет, я думаю, где-то... Давайте, ребят, договоримся, 150 лайков, тогда я выпускаю новую часть. Вот так вот. Ну, по крайней мере, 13-е это уже, да. 13-е. Вот, туристская, ни хера себе. Да я бы с радостью... Но у меня таких денег нету. Ладно, все тогда, ребят. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. И смотрите дальнейшие выпуски в Мафии. И всем пока.